Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, мы продолжаем третий Dark Souls. Я в прошлый раз просрал там сколько, 30 косарей душ, я за ним вернулся потихо, короче, без записи, забрал назад, убежал. Прокачал один уровень, вкачал себе учености, купил у чувака вон у того, эту пламя пиромантии, которое... Собственно, вот это. А искусство пламени хаоса, пришедшее из древнего изолита, воздвигает вокруг заклинателя столпы хаотического пламени. Это пламя способно расплавить огромные каменные валуны. При ударе о землю оно ненадолго создает сгусток раскаленной лавы. Вездесущее пламя хаоса породило тварей, о которых называют демонами. Собственно, кроме того, мы еще в прошлый раз с вами что-то подбирали, я сказал, мы прочитаем, а вот что подбирали, я уже и не помню на самом-то деле. Но мы попробуем вспомнить все вместе. Так, мусор мы ничего не подбирали. Знак «Здравствуй». Ага, знак «Здравствуй». Вот. Камень, пропитанный силой пресносущих драконов, используется в тайном ритуале «Пути дракона». Позволяет получить тело дракона и драконий рык. Это изменение необратимо до самой смерти. С древних времен путем дракона следовали воины, которые, как утверждают, видели пик древних драконов во время медитации. Подчас они слышали даже отдаленный звук огромного колокола на вершине. Скорее всего, возможно, этот камень надо применить там, где я пытался то ли сесть, то ли что-то. Может быть, это как-то сработает. Потом... Что мы еще подобрали? Вот здесь вроде больше ничего не подбирали. Оскверненный уголь мы еще подобрали. Вот я что помню. Оскверненный уголь. Самоцвет, камень. Во, кстати, хаотический самоцвет. Его надо захерачить мне в мой меч вместо магии, потому что я качаю то и то. Так, громовой самоцвет, освещенный самоцвет. Как же я, что же подобрал там такое? Пепел, пепел чародея, который изучал золотые чары давно потерянной страны. Служанка при храме сделала из него что-то отражающее суть покойного. Их называли желтыми учеными. Некоторые по глупости пытаются подражать им, просто разодевшись в желтые. Дурачки в натуре. Темная метка. Вот. Уголь для закаливания оружия. Остатки пламени, поглотившего оскверненный город, сохранены в ледяном черепе. Передайте его кузнецу в храме, чтобы тот мог использовать темные, разрывающие и опустошенные самоцветы для закаливания. Ну окей. Эй, так, темные заклинания. Так, на тебе, дружище. Флягу с эстусом я укрепил. Если что, укрепил, больше у меня их нет. Передать уголь. На. Где же тебе удалось найти этот уголь? Какой же он темный. Я вижу в нем бездну. Но я же кузнец. Я не откажусь от работы. Но и ты не забывай, что сражаешься за пламя и за своих товарищей, и за моих тоже. Проклятие, может, и сильно, но надежда еще жива, так ведь? Ну, конечно, естественно, что-то. Ну, закалить оружие. Так, во-первых, значит, кристаллический меч тьмы. Давайте посмотрим, попробуем его закалить самоцветом хаоса, который... Это огненный, грубый, изысканный, незаточенный, тяжелый, освещенный, глубинный, темный, разрывающий. Разрывающий, это мне не надо. Отравленный, опустошенный камень. Подожди, а как же так-то? Ты что, издеваешься? Нет... У меня же, мне значит надо какой-то самоцвет, уголь хаоса ему передать, что ли? Может, у меня есть такой, нет? Просто ни хрена себе, а ничего не могу, да? Так, тяжелый, наточенный, изысканный, грубый, кристаллический, огненный, освещенный, глубинный, темный, разрывающий, отравленный, опустошенный. Блин, а мне нужен самоцвет хаоса в конце-то концов. Значит, я не могу, значит, нужно тоже передать эту хрень. Значит, пока не будем. Больше нет никакого. Дать уголь. А, все пропало. Ну, окей, ладно. Так... Не знаю, как работает этот драконий камень, типа до самой смерти, или до самой смерти, прям до смерти персонажа, вот так раз помер, короче, и все. Я не знаю, как бы, докуда он действует, но, наверное, прикольный, как бы, да? Я имею в виду тот, который мы подобрали. Вот этот драконий камень. Так, дает драконье тело и рык дракона. Блин, я не знаю, что это такое, возможно, я в следующей серии, если не забуду, то посмотрю, просто возможно... Костяные оковы. Просто, возможно, именно он нужен для того, чтобы там что-то применить. И мы это все узнаем, разузнаем, посмотрим, рассмотрим. Ладненько. Давайте-ка я выучить заклинание. Нажму, допустим, вот это сниму. А то я не возьму, потому что он требует две ячейки. Ну ладно, тогда я все-таки возьму руку.
Хотя нет, я возьму сначала сюда лечение. Не хватает. А, туда дальше я возьму руку. Ну чё, поехали. Мы с вами возвращаемся в этот, в подземелье Изолита. Ой, в смысле, какой дом? Какое подземелье-то? Иритила, а у меня нету? Нету. Так, подземелье Иритила. Изолита, это не то. Мы сейчас, значит, с вами попробуем добежать до какого-то окошка, потому что у меня есть какой-то ключ от окошка. И сказали, написали, что вроде как этот ключ чуть-чуть подальше того места, куда я бегаю. А я-то думал, им открывается старуха там или что-то, но оказывается, это немного не то. Ну, ничего страшного. Поехали, попробуем. Так, ты проститутка. Сразу срулила. Ага. С тобой, дружище. Сдохни. Отлично. Хорошо. Ты... Козел. Ударил меня собака, ты посмотри, а. Чертоган. Так, ты, тварь. Сдохни, сдохни, сказал. А как это так-то? А, блин, опять я в эту цепочку гребаную попал, да? Бляха, вон там, наверное, открывается это окошко-то по-любому. А ты что тут на меня смотришь-то, алло? Ну-ка, сдохни. Ишь ты, собака такая. На еще. Блин, здоровье все равно убывает. Ну ладно. Убыло здоровье, убыло и она, ничего страшного. Здесь кто встанет, нет? Кто-то из них должен встать по-любому. Ага. Да добивай его, иди, твою мать. Опа, спокойно. Так, еще одна падла. Уже дует, смотри, я не успел подойти, она уже дует меня, сучка. Сдохни. А ну нахер, слышь, что? Ну все, она мне все здоровье просрала. Паскуда. Сейчас кто-то меня ударит, и я умру. А может, и не умру. А кто меня бить будет? Я всех убил. В конце концов. У меня теперь 7 фляг пепельных с плюс 7. И это хорошо, потому что я оставил 5 пока эстусов. Я ими сейчас особо не пользуюсь. Потому что мы пользуемся для этого дела лечением. Надо прокачать. Я хотел вкачать чуть-чуть веру, но потом подумал, что не буду. И не стал. Логично, я вкачал себе учености чуть-чуть. Ладненько, ничего страшного. Это окно открывается? Да. Использовано. А, кстати, вот это то самое место, куда, да? Здесь где-то что-то валялось, что-то какая-то херня была. Я помню, 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 помню. Вот, точно, 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 я помню это место, я понял, откуда оно. Кольцо с яростным драконом. Так, это хорошо, наверное, это для чего? Усиливает чары, значительно усиливает чары. Да бляха, а где кольцо с яростным огненным драконом? Вот это нихера себе поворотец. Так, а что у нас тут-то? У нас тут был мимик. Но мы его убили. У нас тут вон два еще тех черта. А нам, по идее, надо вон идти вон туда. Потому что нас там убила сраная горгулья, которая где-то тут сидит. Тварь. Отличненько. Ой, привет! Ты сразу прям так меня видишь, да? Молодец, глазастая падла. Вставай, сучонок. Придется тут бежать, назад возвращаться, не судьба. Не судьба и не вариант, я имел в виду так. Сдохни, 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 говорю. Прыгай, там где-то что-то летит. Нет, пока ничего не летит, ну ладненько. Эй, лови, дружище, умирай. О, отлично, пойдем, 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 пойдем. Вручную с тобой ушатаемся. Нак, 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 нак. Вот так вот будешь знать, падла. Будешь знать, как со мной связываться, сучонка. А может тут можно срезать, нет? Ну, конечно, можно. Можно, если бы мы были тоже горгульи, без проблем. Мы бы там взяли и срезали, вообще никаких бы вариантов других бы у нас не было. Кстати, там, где... где эти ходят толпой проститутки, там тоже, на самом деле... Стой, падла! Там тоже есть еще один сундук. Во, обломок титанита, да? Бляха, обломок титанита, я теперь могу это сделать, как его называют? А, пиромантию еще чуть-чуть укрепить. По-моему, как раз таки обломка одного и не хватало у меня. Да, так вот. Там, где ходят эти бабы толпой, там есть еще один сундук, он тоже мимик. Я когда назад бежал, после того, как душу забирал, я это заметил. Это на самом деле меня не радует ни хрена. Кругом одни мимики, мать его. Ну да ладно, ничего страшного. Мимики, мимики, всех завалим, всех зарулим. Пойдем, крысы, 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 крысы. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, по одной. До свидания. Следующая партия, заходи, 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 заходи. О, красота. Пачкой, пачкой. Да не себя пачкай, а их пачкай, в конце концов. У нас что-то мимик остался другой, который вон там, вон сверху. Тихо. Сдохли.
Отлично. Все получилось даже лучше, чем я думал. Что делать с этим мимиком, интересно? Там у нас, во-первых, лягушки падают и мимик. Лягушки и мимик, лягушки и мимик. В принципе, туда мне бежать сейчас нет варианта, я там все души собрал. Все у меня вроде как бы есть, все вроде как бы хорошо. А вот что делать, пока не очень ясно. Ну, лягушек-то мы убиваем, лягушек без проблем, потому что лягушки, они дохленькие, слабенькие и тухленькие. Но все равно, давайте, короче говоря, завалим мимика в конце концов. Сегодня мы, это с самого начала, сейчас все нахер повалим здесь. Сейчас все поддохнут, вылазь, сучки, во. Прям вот сюда, пацаны, прям вот сюда, всей кучкой, 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 я сказал, кучкой, суки. Кучкой, кучкуемся, падлы. Лови! Отлично. Сдохни. Хорошо. Туда кучкой подходим еще, пацаны. О, хорош. О, красота, бляха, прям получилось идеально практически, смотри. С двух сфер, да, с двух сфер я убил 15 лягушек. Ну, может, не 15, но... Но сколько там, 5-то точно, наверное, убил. Так, ты, скотина. Что делать с тобой, объясни мне, пожалуйста. С тебя, наверное, что-то полезное, сука, падает. Ну, с мимиком всегда что-то полезное, поэтому давайте-ка я его все-таки как-то попробую, ну, как-то надо. На. На. Не попал, ладно. Но это ты зря вот так, лови. Отлично. Ну, в прошлый раз ты чисто меня случайно попал, падла, прыгай. Ну, прыгай, давай. Бей! Ага, лови. Во, нормалек. Ага, еще лаву выхватил, красава. Ой-о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 й. Еще вот здесь он меня убил, падла, здесь меня догнал, спокойно. Ага, лови, сука. Хорош, не-не-не-не-не. Кидай, умрет, сейчас умрет. Есть, а! Крыса, я же сказал, умрет. Сказал, подохнет, значит, подохнет. Кольцо власти над тьмой, хорош. Я тебе говорю, что-то полезное, это для тьмы, но у нас тьмы пока нет. Усиливает атаку тьмой, но снижает поглощение урона. Тьмой, а мы не стреляем, тьмой у нас пока что нет. Тьмы, но, сука, она будет. Темная пиромантия, там все дела, это все будет у нас. Все у нас это будет, все будет замечательно. Так, значит, мы с тобой что делаем? Мы с тобой, во-первых... Мы с тобой, ладно, тогда вот так вот делаем, чтобы особо не париться, и все будет нормально. Вот, и все, поехали. Да, кстати, тут же есть талисманы, и вроде как, возможно, какой-то талисман мне что-то прибавит. Только я не знаю, где они, как ими пользоваться. Ну, это не так страшно. Это надо узнать, наверное. Так, инвентарь, материалы, ключевые предметы, заклинания. Здесь что у нас? Маленький флаг Лотрика. Ага. А что они делают вообще? Блин, пепел забыл отдать. Ну, что ты будешь делать? Ну, ничего страшного. А что, нет талисманов? Они, наверное, в качестве оружия идут, а может быть и нет. Катализаторы, щиты, голова, туловище, руки, ноги, стрелы, болты, кольцы, ковенанты. Ну, нет, так нет, ладно. Хрен с ними. Короче говоря, идем к бабам через крыс. Зачем-то. Не знаю, зачем, но так уж получилось, что ж теперь. Мы мимика убивали и взяли охеренное кольцо, если честно. Сдохни! Сдохни! А чё ты по лаве не пробежалась? Алё, подружка. Ты должна была пробежать по лаве и сдохнуть в ней в конце-то концов. Нахрена у меня эта лава появляется, если ты в неё не забегаешь? Вот здесь. Ну, сначала надо будет этих чучел повалить, потому что там мимик. В районе этих чучел с мимиком драться как неохота. Так, на, сразу вам бей. Уехали. Да не в ту сторону, я тебя прижгу сейчас, сучка. Сдохни. Ага. Одна готова. Обеих! Нормально. Так, здоровья нет, нет права на ошибку, нет вообще ничего. Если умрем, то умрем. У меня, блин, я сейчас весь эту спасу на них. Твари. Сучи постраха. Так, ладно. Да, вы классные, я знаю. Давайте покучнее как-то, девки. Да пошла ты в жопу, от меня тебе сказал покучнее, сука. Да не в ту ты сторону кидаешь постоянно, шлепок. Вот так вот, да, вот так нормально было. О, хорошо. Ага. Умри. Тихо. Ой, ты тут тупик. Это был тупик. В конце концов это... Не. Сучки. Не, ну блин, с ними рядом сражаться с мимиком это вообще не вариант, потому что... Это как так? Это хрен его знает. Может быть их закирачить мечом, да и все.
Как бы на них я добежать-то добегу, и добегу очень быстро, потому что там тот срез, я подумал, он не такой срезанный, как на самом деле может показаться, но на самом деле классный срез, уйди. А чё ты не сдохла-то, слышишь? Ишь ты, падла. На самом деле очень хороший срез. Он прям реально обрезает, прям реально срезает. Уйди. Уйди. Давай-давай, только-только-только не тратьте моё здоровье, сучки! Нормально всё, во. Вот это хорошо. Вот, собственно, этот срез. Всего-то надо было пробежать две кошелки, и ты уже там внизу, около другой толпы кошелок. Это вообще нехорошо. Кошелки очень злые. Я думал просто нам пробегать еще через тот спуск, где 15 баб, а тут уже можно спрыгнуть. Поэтому срез довольно неплохой. Здесь пробегается довольно все быстро. Гораздо быстрее, чем по-другому. Без крыс, без всяких, без всего. Просто сразу к кошелкам. Там точно мимик лежит, потому что цепочка направлена на меня. Я пробегал, просто краем глаз заметил, когда забирал горгулью. Вот здесь, наверное, превратиться в дракона и что-нибудь там увидеть. Вон там же, да? Не, ну как бы давайте попробуем, а чё? Нет, так нет, похер вообще. Так, камень драконьего туловища. А чё, нельзя? Почему? Как его использовать? Почему нельзя-то? А почему нельзя-то? Не понял тогда. Может как-то... А хрен его знает. Ну ладно. Нет, так нет. Мне же не жалко. Так, значит, у нас с вами есть куча баб и мимик. И все это надо убить. Вон туда, вон туда, вон в ту толпу кидай. Давай, 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 давай. Лови, сука! Хорош. Теперь в эту толпу кидай. Лови, сука. Хорош. В эту толпу кидай. Вот в эту. Отлично. А, сука, сейчас вас всех тут закидаю, проститутки. Сдохни. Не сдохнет. Сдохни, тварь, сказал. Отлично. Так, кончилось, кончилось, кончился, кончился. Отлично. Бляха, потратил трансферу. Ладно, ничего страшного. Так, ХП я восстанавливать не буду, потому что смысла от этого нет. Сейчас опять все сожрут. У меня осталась вон каплюха какая-то одна. За кто-то бежит, по-моему, да? Нет? Точно, сука, смотри, тварь, а вы выйдете сюда, нет? Подожди, подожди, мать, уйди, 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 у меня другие проблемы, тут там крысы идут, нет? Вот крысы, такие прям крысы, натуральные крысы, а? Да сдохни ты уже. Отлично. Так, ты одна осталась, да? Если ты одна, тебе не повезло, да ты хоть оплюсь, и мне вообще насрать. Давай, 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 давай. Опа, хорош. Так, где-то еще, да, есть вон одна, вижу. Надо их сначала всех убить, потом заниматься мимиком. Это основное правило. Сдохни, тварь. Отлично. Добиваем руками, так быстрее будет. Отличненько. И еще одна стоит вот тут. А там этот бляха, тут еще один стоит, ну мать твою. Не, все, хорошо, ладно. А тут? А тут не было никого точно. Значит, вот он, собака сидит, смотри, даже, наверное, подписан. Конечно. Он, правда, не дышит почти, ну да ладно. Так, сюда. Экономно все делаем, очень-очень экономно. Сюда. И вот так. Вот да. Так, ты, твареныш. Отходим, 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 отходим. На, тварь. Сдохни, сука. Ой, я его подбил. Хорош, хорош, хорош. Я его сбил. Сбил атаку ему. Нормально. Нет! Сука, ты мудака, ты кусок, блядь. Проклятого. Ну что ты делаешь-то? Гнида. Ну вот гнида. Вот ты реальная натуральная гнида. Это просто гнидос. Ублюдочный гнидос с охерительно большим балансом. Можно назвать его именно так. Опять же из этих, сука, шкур всех расстреливать тут в конце-то концов. Сдохни давай. Не, ну по идее мы Эстуса на них не потратили вообще. Потратили только этот синенький. И то потому, что их пришлось сильно убивать. Эти пусть травят меня, мне не жалко, нам все равно никого не будет. Сейчас все восстановится и похеру. Они, как посмотреть, то они такие, знаешь, ну они не сильные, но они противные, потому что они выхерачивают твое здоровье все в конец и все. Но они не бьют. Оп-оп-оп, где падла? Опять, сука, летает собака такая.
Комар, он со вчерашнего дня, он живет у меня. Он один, прикинь, один летает. Больше никого не видел, только один комар летает, и все. Так вот, их можно расстрелять, в принципе, о здоровье особо не заботиться, они не подходят, они тебя не убивают. А они и не подходят. Потому что пока они подойдут, можно 7 раз туда-сюда к костру сбегать. Чего же с камнем дракон? Чего не применяется собака такая? Может, надо что-то для этого специальное сделать, я не знаю, или что-то. Блин, 11 тысяч душ, кстати, лежит. 11 тысяч душ. Так, 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 тёлки, 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 в кучку, в кучку, в кучку, в кучку, в кучку. Тёлки, лови! Хорош! Лови! Хорош! Куда бежишь ко мне? Свалила нахер от меня, уйди! Отлично! Вот сюда. Отлично! Ой, как полетели, бабёхи, полетели! Ох! Отлично, так, а теперь надо валить. Они что-то как-то кучно собрались. Так, кидай. Сдохли. Отлично. Так, эти сдохли, хорошо. Ну, по идее, толпом они разбираются прям замечательно. Замечательно и хорошо. Да-да-да, давай, кидай. Кидай, ни хрена мне не оставляй. Вдыхай. Душу забирай. Так, тут что? Ты одна тут, нет? На-ка. Блин, она не успевает вставать до того момента, когда лава действует. Так бы она вставала на лаву, и было проще гораздо. Ты одна, нет? Блях, надо было бежать. Ну я просто побежал бы, а вдруг тут кто-то еще есть. Я лучше вот так вот. Так оно безопаснее будет. Ну я ж тебе говорю, еще одна есть. Она бы сейчас на меня сзади напала, и все, и беда была. Вот так хорошо. Вот так замечательно. Тут есть, нет? Все, так, значит, мимик. Мимик. Здоровье мне верните мое, ну. Здоровье, вернись. Здорово, спасибо. Вернулась. Так, ну что ж теперь-то? Блин, мимик. Мимик собака такая. Бляха, нет, его убивать надо в этой стране по-любому. Потому что в той стране могут этот красноглазый на меня сагриться. Во, прокатило, нормально, на, тварь! Еще! Ой, хорошо, сейчас как повезло-то мне! Он бы меня сейчас втащил и все. Он же вот этой своей пеналкой он просто убить может. Уйди, тварь. Не-не-не, давай последний удар. А-а-а! Да убей ты, уесть! Есть! Маскуда! От гнидос! Титанитовая чешуя, наверное, с них падает что-то всегда весьма полезное. Так, ладненько. Окно мы открыли, то мы подобрали, там мы сделали, мимика убили этого, потом. А мимик какой еще где был? Вроде как никакого больше мимика нигде не было, если я ничего не путаю. И мы за 20 минут дошли, в принципе, до того места, где мы были. Ну и хорошо. Так. Я, кстати, заметил эту горгулью, она вон сидит. Нет, вон она сидит, тварь. Сейчас она сюда прилетит, и мы ее сейчас ушатаем. Там вот по-любому, вот там где-то по-любому должен быть костер. Иди сюда. Иди сюда, сучара. О, полетела, отлично. Она, в принципе, не сильная, блин. У меня просто в прошлый раз сфер хаоса не было. Так, куда ты пошла, эй? Упади вниз. Давай, да. Бляха, почти упала. Ну ладно. Пойдем. На-ка. Ох, а ее не сбивает, ни хрена себе. Ты давай, читерством не занимайся, слышь. Хорош летать-то, сучка. Нет! Ой, повезло, сейчас хорошо, спасибо, мать. Не убивай меня, пожалуйста. Или кто ты, мать, бать, кто ты такой? Завязывай. Отлично, все. На, тварь. Ты же в луже стоишь, сучка. Чё ты не убиваешься, я не понял. Сдохни, говорю. Во, нормально. Умирай, падла. Во. Правильно, конечно, полез на сильную горгулью абсолютно без сфер. Это беспредел какой-то был, наверное. Главное, чтобы еще одна не прилетела. А то это будет внезапно, на самом деле, новость такая. Прикинь, ты одну горгулью убила, там еще одна. Вот веселуха-то будет.
А мы ведь могли как-то, наверное, сбить вон оттуда, если пострелять в нее как-нибудь. Хотя хрен знает, ты, наверное, под тем углом ничего не увидишь. Ну да ладно. Дайте мне костер. Я уже очень давно иду. Я уже очень много убил народу. Я убил мимика, дайте мне костер. Чё, дайте мне костер, я говорю. Ой, бляха-муха, там же как бы лестница была. Тут кто-нибудь есть, нет? Вроде подсказок, записок нет никаких, значит, может, все безопасно. Босс, не босс? Хотя, если бы это был босс... Ну да, они могли эту херню замотать. Бляха-муха. Ну ладно, чё? 15, ты ровно 15 косарей. Чё происходит? Кто где? Где все? Чё нет никого? Чё это было? О, свет. Я вижу свет. Так, ладно, поехали. А где тут проход-то? А, вон выход. Нет, это, наверное, этот просто тут как его, провал. Ой, бля! Здорово! Иди же, пассатижи. Приныкался так, знаешь, просто ни о чем-то. Так, распластаться, это жест и говорящий осколок кости. Горящий. Знаю, что горящий, но лучше говорящий. Говорящий звучит, а горящий, че он? Горящий. Че ты сюда нашел? Нет, ничего. Там что-то вон еще валялось, туда надо как-то попасть, наверное. Где? Ага, и как туда попасть? Как-то, наверное, вот здесь. Это мы сейчас сообразим. Ага. Нет, ну если я сейчас прыгну, просто прыгну, я умру. Это надо как-то... Вот на эту, наверное, палочку-то приземляться. А он сейчас на нее не попадет. Ну да. Блин, ведь было все так близко. И с той палочки как раз можно было бы выпрыгнуть в это окно. Ну давай попробуем, без проблем. Там, наверное, что-то полезное по-любому висит. Я не понимаю, почему он не лазит быстро по лестнице, как в той же, например, во второй части. Он во второй части очень быстро по лестнице лазил, когда ты нажимаешь это ускорение. Все, вставай. Просто поднять хпшку. Так, ладненько. По идее... Вот! Вот это я понимаю. Вот это я молодец. Теперь как бы не соскользнуть. А, блин, я туда не попаду, наверное, никак. Столько в упор прям. Ну, нет, это надо как-то по-другому. А тут что? Да ну нахер. Там что? Тут как бы тут лестница и тут спуск. Непонятно, куда идти. Но куда-то идти надо, потому что игру надо продолжать. Это все логично. Надо как-то нам куда-то там. По-любому. Ну попробуем. Может как-то через окошко можно пройти? По подоконникам, по балконам. Еще почему-нибудь. Так, еще одна горгулья, сука, вижу. Еще одна горгулья. Вон две еще сидят. Вон еще одна живая стоит. Вон смотри, вон одна сидит зеленая. Прям видно, что она встанет, потому что она зеленая. Вон там две серых. Вон. Они вроде как не встанут. Вон там одна вообще уже вставшая сразу. Она просто даже не хочет от меня прятаться. Она знает, что меня убьет. Так, куда же этот спуск ведет меня? Этот ведет спуск меня куда-то туда сразу вниз. Ну, попробуем. 15 косарей, мне сейчас толку от них нет никакого, потому что я не смогу на них уровень поднять. Мне для уровня надо 20 косарей. Это я прям к горгулье иду. Хорошо, горгулья. Да ползи ты уже. Ну ладно, чё. Горгулья так горгулья. Мне просто интересовало, там же еще какой-то этот есть. Куда там что ведет? Там, наверное, что-то просто лежит. Не забыть надо. Короче, помрем, сходим туда потом. Так, а, нет, подожди. Воу! Чё это? Эх, нихера себе! Бабёхи вон из чашки, смотри, шмаляют. Хорош. А где эта горгулья?
А, она с того моста, на котором я заходил, что ли? Ну, хрен с ней. Так, бабёхи, вы давай завязывай. Мощно шмаляют, сучки, смотри, что делают. Бляха, я даже не успеваю пробежать. О. А, вот она, горгулья-то. Подстава, сука, кругом. И как мне драться с ней? Ай. С горгульей надо как-то драться на месте, получается. Ёп твою. Это я тут надолго. На, я тоже огнем могу кидаться. О, нормалек. На, еще. О, нормалек. Упади, упади, упади! Упади, сучка! Не хочет падать. Ну ладно, сдохнет. Не хочет падать, значит сдохнет. Она ведь, кстати, не одноразовая нихера получается. Так, вы что делаете, тёлки? Слышь, хорош. Мне кажется, тут надо один раз добежать, и тогда они подохнут. И больше не появится. Ладно, побежали. Да я даже не успеваю этот нажать. Тихо. Успеваю нормально. Давай. Большая стрела чего-то там. Ага. Все. Сука, лошара, я сейчас приду, все космы повыдергиваю, черти. Че тут кто помер? Это горгули, наверное, бежали здесь, с горгули дрались. Так, большая стрела, большая душа упавшего. Бляха, стрела солдата вообще, короче, ладно. Какие-то локации дурные пошли, прям отврати. Опа. Шавки, сука. Ну-ка, кинь-ка в них что-нибудь. Их кто-нибудь охраняет, нет? Такие локации отвратительные, некрасивые. Ну, в смысле, своеобразные они, конечно, хороши. Но вот, бляха, как... Красоты я что-то в них не вижу. А, сука. А это такие же, только в белых платьях, смотри. Мощные бабы, смотри, что делают. Огнем шмаляют, проститут. Ой, горгулья пришла! Спокойно. Тихо, я понял. Блин, да вы что, ты тут обосрешься? Ех, нихера себе, горгулья с огненной херней. Так, спокойно, бабехи. Куда ты идешь, бляха, здесь занято? Отлично. Так, огненная горгулья, это плохо. На, тварь! Ага, сука, получила! На, еще получи. Ага, сука, получила! На, еще получи. Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Смотри, какой я читер, да? Я такой! Я че, откуда ты полетел-то, бля? Ай-яй-яй-яй, сейчас будет веселуха! Спокойно! Горгулья! Горгулья, не дури! Полетели. Опа, нормально. Опа. А, сука, спряталась тварь! А, нет, выхватила. Да выдели ты ее, ну! Да-да-да, ты классная, опасная, я знаю. Опа. 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 Сука. А-ха-ха! Сдохни, говорю! Да сдохни ты, тварь! Ёб твою, слышь! Так нечестно, короче, тремя руками-то играть. У него, получается, есть и два щита, и одно оружие, еще и огнем закаленное, что за херня? Горгуля, ты давай так не делай. Блин, ну тут народу полегло, это же все кто... А, это тарелки, я думал, это головы рыцарей, ну тарелки-то ладно, хер с ними. Тут, видать, пируха такая огромная была, прикинь, столько тарелок. Так, эти шлюхи кидались огнем или нет? Сука, надо найти тех и ушатать их. Так, вот они, проститутки. А там что? А там босс, бляха-муха. По-любому, босс. Ну чё, стервы? А? Как оно, нормально? Ты чё не падаешь-то? Сдохни, говорю. О! О! Будете знать, твари. Чё они чашку тут хранят? Это, наверное, хранительница чашки. Её надо разбить, и всё потом. Сдохни, тварь. Сдохни, говорю. На тебя бэкстепить можно? Нет, ты опасный вообще. О! Она никчемная, если одна. Но они обычно не по одной. Хотя можно прямо отсюда-то херануть, да? Нет, ну пойдем.
Да. Так и обосраться можно, женщина. Это очень-очень страшно. Подождите. Женщина, не дурите. Ой, женщина, что вы делаете? Бэкстеп. Блёха держит, прикинь, бэкстеп. Ладненько. А мою руку она выдержит? Во, кстати говоря, надо попробовать. Чё мы эту руку взяли и ни разу не пробовали? А где? Эй. Ты куда, стерва? Сука, там где-то горгулья была, я видел. Это можно сломать? Да ну нахер, слышь, чё? И чё, они постоянно будут здесь появляться, что ли? Да сшибит это... Блин, нет, нельзя. Куда она пошла? Там просто горгулья сидела, я видел. Где? А, вон она сидит, это не та. Так, пойдем, мать, попробуем. Пошли, пошли, пошли. Рот, что дура. Ну давай, ладно. И все? А что так мало-то? Да охереть вообще, ты издеваешься, что ли? Что-то, по-моему, эта рука должна выхлестывать херову гору вообще всего. Правда, нам вроде какое-то нужно специальное оружие для этого дела. Ну да ладно, так, вы встанете, нет? Вы каменные, по-моему, вы не должны. Так, мне вообще желательно здоровье не тратить. И внимательно присматриваться, куда я вообще бегу. Не может быть, чтобы так много пустого места никто ко мне не вышел. Ржавые монеты, ну-ка. Нет. Кто вот ко мне прилетит? Вот какая падла ко мне сейчас прилетит? Это же не босс, по-любому. Босс-то вон там. Босс там, там туман есть, значит там босс. Здесь он откуда будет. Максимум горгулья прилетит, наверное, вон та. Но она, по-моему, не особо... Блёха, она с какой-то этой вообще... С палицей. Горгулья паладин. Охереть. Еще ржавые монеты. И зачем? Какое-то странное место, на самом деле. Так много открытого пространства и так мало противников. Ну, стояли четыре этих кошелки. Четыре кошелки, они же бесполезные. Они вот толпой полезные, да. Вот они толпой мне могут отоварить только в путь. Ну, где-то стена все-таки есть. Суки, нет нигде. Толпой они меня отоварят, только дай им. Дай им только волю. Но мы сейчас обследуем сначала ту правую еще часть. А потом пойдем... Нет, потом надо уровень вкачать, потому что 26 800 уже, это дохера. Опа. Вот с вами, у вас монета падает. Ржавая монета, это же это, да? Которая удачу увеличивает. Где горгулья? Где подстава? Просто они без горгулей вряд ли, наверное, тут стоят. Их надо, знаешь, как-то кучей собрать и в кучу шмальнуть. А, там сундук он еще один. Тоже, сука, мимик, наверное, да? Я тебе говорил. Так, ну это обычная. Пойдем вот сюда, здесь пошире. Обычная горгулья, хер с ней. Я тут-то, тут-то я, тут-то. Ну вот он я, смотри, вот, пошли. Ох, какой опасный дядька, да-да-да-да-да-да-да, молодец. Как я тебя прям учил, да, так и делаешь, красава. На, быстрей. Сука! Да-да-да, да сядь ты уже на землю-то, тварь. На. Каменные, сука, горгули, на них ничего не работает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не надо. Вот сейчас, ага. Ну это ладно. Никчемный бросок у него на самом деле. Да как-то, кто-то? Сука, на тебя все сферы сейчас прострешь, падла. Может так? Так оно попроще будет, нет? Ах ты, сучка! Это чё за херня была, алё? Вот тварь, а! Ещё, сука, под щит ушла, скотина. И так и уходит под щит. Посмотри, что делает, а? Тихо-тихо-тихо. Блядь, а Эстуса нет. Спокойно. Сдохни давай. Да ну нахер!
как бы, слышь, чё, это что-то прям вообще здесь как-то не козырно, ни хрена. Ну хорошо, хоть так. Так мы еще можем выжить. Ну, нам сейчас получается зачистить то место, посмотреть, что в сундуке, лишь бы не мимик был. И, по идее, можно быстрыми путями до босса бегать. Если это босс. Откуда она взялась? Окошко, падла, вылезла, да? Есть одна хорошая. Давайте покучнее, мадамы. Воу! Что это было сейчас? Давай, 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 давай в кучку. Вот так нормально. Опа. Да бляха, ты можешь там притормозить маленько, ну? Ага. Давай тоже притормози. Во, лови! Лови! Как так-то? Сука, длина кота! На! Длина кота. Длина кота большая. Во, нормально, давай. Отлично, лови. Хорош. Суки, толпами сейчас всех положу. Падла. А, так они кидаются. Я думаю, что происходит. Они кидаются этой хернёй-то. Спокойно. Отлично. Я сейчас умру. Не умру. Отлично все стало. Все хорошо. Все замечательно. Пока держим, пока работаем, пока все отлично. Пока все замечательно. Так, ну ладненько. Рука какая-то бесполезная, надо поменять ее на что-нибудь более полезное, потому что с таким же успехом я могу бить сферой. Бляха, я, по-моему, всех убил. Откуда еще-то три? Что тут, суки, респавнить? Там два, три! Бляха, тут... Так, это сундук рабочий, нет? Рабочий. Цепи не видно. Но вроде не двигается. Ну, мне кажется, это было бы слишком. Прикинь, сундуки, мимики, еще и еще. Это куча баб и тоже все мимики. Что за херня? Покучнее, бабехи! Не работают они покучнее. Что за херня? Отходи! Нормально. Так, все, давай, лупи. Все, отлично. Так, что же тут-то у нас? Время пришло счастье. Да и хорош, да сколько можно-то, ну! Это оба мимики, прикинь? Ну вот этот-то точно. Блях. Вы чё, угораете, нет? Так, ну это не мимик, ладно. Да ну мне это вообще бесполезняк, короче, полный. Оба, сука, прикинь. И что делать? Они же меня сейчас ушатают. Как бы есть вариант как-то покружиться вокруг него, побегать. Но у меня эстуса нет вообще нисколько. Давай, падла. Ладно, давайте по одному попробуем. Надо в конце концов когда-нибудь учиться мимиков-то бить. Сдохни, тварь. О, этот плохой удар. Ага. 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 Ай, хорош, вот это я ушел сейчас, молодец. Ну. Сука, не попал. Аккуратно. Очень аккуратно надо все это делать. По одному удару, больше не делать. Вот. Смотри-ка. Бляха, да хорош вы! Я бил мимика, чтобы получить сраную золотую монету.
Блях, это вообще не вариант. Так, ладненько. На-ка. Спокойно. Эх, не попал, сука. Тихо, 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 аккуратно. Ой, все, короче, сферы нахер. Сферы больно долго делаются. Тут надо все делать быстро, блять, попади ты в него! Да ну как? Ну почему? Ну я же 700... Вот 700 раз сейчас я от него перекатывался, и почему-то именно этот перекат нихера не перекат. Почему этот перекат не перекат? Вот попробуй-ка объясни, почему этот перекат не перекат. И как попасть в той горгулье, которая ко мне не прилетела? Что за херня? Ты столько тысяч душ там ушло, короче, столько тысяч душ там осталось просто. Обосраться. Ладно. Ну что, ничего придумаем. Нам надо души забрать, сбегать назад как-нибудь. Не умерев по дороге от 15 тысяч горгулей. Не, бабухи все там. Бабухи все колдую, суки. Вот горгуля, почему она ко мне не прилетела и как ее вызвать? Туда он, я почему-то даже не подошел, не посмотрел, что там за херня. Так, горгуля идет, ладно. Давай топай уже быстрее, а я пробегу и заберу там все. Эй, я так не планировал. Я планировал это. Ай, не та, сука, банка, ладно. Вот это. Ага. Сейчас просто душа заберем, попробуем убежать назад. Я не хочу связываться с этой горгулей. Тем более, что она хер на меня забила. Ну и молодец, ну и молодец. Так, а в принципе этих бабёх-то можно не трогать, они так-то особо не агрессивные. Осторожно вверх, это монстр. Это понятное дело. Так, ладно. Монстр прилетел. А мы просто чисто за душами бежим. Но здесь, по идее, к боссу пробежать прям вот ну, несложно вообще никак. Потому что никто практически не реагирует. Это я забрал, это я побежал. Ай, сука, кто-то попал по мне, падла какая-то, спокойно. 38 косарей, бляха, мне сейчас на 2 уровня хватит. Давайте вот так вот сделаем, только быстрее, 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 быстрее. Мимик, представляешь, мимик, еще один мимик. Тут одни, сука, сплошные, кругом мимики. Я тебе серьезно говорю, да, облом титанита, пламя пиромантии, срочно. Пока что есть души. Я вроде как все сетовал. Да-да-да, это я привет. Так, усипить. Пламя пироманта плюс 7, хорош. Да-да-да, 37 770. Круглые какие-то числа постоянно получаются. Семерки, значит, что-то выиграем, наверное, сегодня. Да-да, едем, лохотроны всякие запускать и выигрывать. Здорово. Я хочу уровень повысить. Так, давай, then take me, take me. Так, 37, не хватит 3000, но я сейчас докидаю другими душами. Что поднять? Что поднять, что поднять, что поднять? Поднять что? Поднять надо что-нибудь. Так, ну веру надо поднять и интеллект надо поднять. Хотя, мне кажется, надо две веры поднять. Потому что огонь-то он такой огонь. Мне, во-первых, не хватает что-то на этот. Вот тут как минимум... А, и тут интеллекта не хватает. Разрывной огненный шар. Запускает разрывной огненный шар. Разрывной здесь что? 15... 15, мощное лечение 25, до этого я хер докачаюсь, наверное. Не, ну по-любому, потому что если мы тьму будем делать, темную пиромантию, для нее нужно и то, поэтому надо прокачать и то, и то. Так, ладно. 3000 нам не хватает. Сколько дашь? Нет, там, наверное, не 3000 не хватит, там надо чуть побольше, потому что... С каждым уровнем больше и больше требуется. Ну-ка, вот еще. О, нормас. Так, повысить уровень. Хорошо, давай.
Вот так я вкачаю. Ашин-ван. Так, значит, у нас остался один мимик, это раз. Поэтому мы сейчас топаем в оскверненную столицу. Бежим быстро к боссу. Понимаем, что там за босс. Пытаемся его как-нибудь убить. Даже можно попробовать его убить. Хотя, подожди-ка, босс. А вот сюда-то мы не сходили, я и забыл про это. Говорю, помрем, сходим. Но я в прошлый раз не пошел, потому что надо было душу забирать. Все-таки 40 косарей, ни хрена себе. Не каждый день столько просираешь. Хотя, по идее, каждый день столько и просираю. Что у нас тут? Так, еще одна лестница, спокойно. А она куда? Она, наверное, как раз туда, чтобы забрать... А вот сюда, наверное, горгулья прилетит, точно. Я что-то слышу такой, знаешь, гул такой. Так непонятно, что это такое. С этой лестницы, наверное, я смогу взять ту херню. Точно. Ржавая монета. Просто как бы костер костром. После этого, после босса же по-любому будет костер. И от этого костра удобнее будет потом сбегать и мимика завалить. Так будет быстрее. Бесцельность? Да ну нет, ты чё, какая бесцельность? Вон ребята что-то таскают. Мы хоть рядом с ними побегаем, посмотрим, что они таскают. А? Аск. Аск. Да вы чё, реально бесцельность? Не поверю. Там уже горгулья. Ну туда как-то вниз можно пробраться. Это не бесцельность, нам надо в другую сторону просто идти. Тут точно бесцельность? То ведь мало ли. Цель-то всегда какая-то есть. Даже если пишут, что бесцельность, цель по-любому должна быть. Пойдем, ладно, хрен с ним. Мы скоро придем к идеальному количеству, я имею в виду, к идеальным пропорциям. Ох! Ой, точно. К идеальным пропорциям между эстусами, и все будет замечательно. Сука, прикинь. Не хватануло, тварь. А вот сейчас хватануло. Ой, я аж сбил атаку-то ей, смотри. Отлично. Ах ты, падла. Почему под щитом-то ей меньше бьет служит, а я не понимаю. Где логика? Да пошла ты в жопу, слышь, читерство. Ты падла такая, ну. Иди сюда, скотина. Сейчас выхватишь у меня только в путь. Почему под щитом огонь бьет меньше, я не понимаю. Он же ходит по ней ногами. Причем тут щит вообще? Где логика? Ну хуй ты закрылся, открывайся давай. Да зачем ты лишний прыжок-то сделал? Опа! Так вот, я не вижу логики, допустим, почему, ходя ногами, держа щит на уровне, он же не щит положил, ходит по щиту, он же ходит ногами по земле, почему его не бьет-то снизу, эта хрень-то, я не пойму. Лава-то моя, какого, что за херня, вот отсюда она прилетела. Вопрос, нужно ли нам там что-то? Так, вон что-то валяется, смотри. Значит, можно было спрыгнуть с моста туда. Там что-то подобрать. Но чтобы спрыгнуть с моста, надо сначала на этих кошелок завалить, потому что они достанут. Ну, мы сначала сходим вот сюда, посмотрим, что у нас здесь. Не зря же мы сюда спустились. Запись я бери. Там. Ну, вы поняли. Вы поняли. Так, ящерица, хорошо. Может помочь влево, может помочь скрытность. За ящерицей мы как бы... Подожди. Блин, я сейчас за ней побегу, и там кто-то будет. А там прорыв, а там облом, смотри вообще. Там дыра в земле. Я не буду перепрыгивать через эту дыру. Срать я хотел на нее. Осторожно внизу. То есть кто-то вот так вот побежит и начнет успеть читать. Я не перепрыгну, я не знаю почему. Я бегал, они почему-то никогда не перепрыгиваются. Вроде вот, да, расстояние-то можно пешком перешагнуть. Но он почему-то не хочет. Может, я не вовремя прыгаю или еще чего. Да вы че, хорош, откуда у вас тут столько? Стой, тварь! Да догони ты ее уже в конце-то концов. О. Че там внизу такое шуршит-то? И что-то вот это до сих пор гул-то есть. Бум. Непонятно откуда. Ну да, эти дыры не надо, судя по всему, перепрыгивать, потому что к каждому этому есть другой проход.
Бляха, я с этими ржавыми золотыми монетами должен скоро из босса выбить какой-нибудь, я не знаю, меч рыцаря Херицаря плюс 18 с такой удачей-то. Так, кто тут у меня противник-то? Ага, слышу. Ну, вон, во-первых, плавают какие-то платки. Это ткань какая-то боссаная. Чё это? Да ну не надо, только не надо говорить, что вы меня отравите сейчас. А походу где-то эта херня и будет меня травить. Туда можно подняться. Там много чего валяется. Выделишь кого-нибудь, нет? Просто посмотри, сколько много пробивает, там нет? Я не хочу с ними драться, это жижа на их территории. Она, наверное, будет меня отравлять чем-нибудь, какой-нибудь херней. Да выделит вон ту, ну. Собака такая. Яд, чё это, отравление? Бляха. А, это бабы. Я понял, ну бабы. Мне это не страшно. Спокойно. Да тихо, подбери. Подбери, сука. Поздно. Ну, я зато подобрал. Уже хорошо. Я подобрал. Уже нормально. Я подобрал. Я молодец. Я красавчик. Вообще молодчик я. Так, ну мы продолжаем. Да, я тогда к боссу сейчас не пойду. А может быть, это не босс? У меня там душ-то много было, нет? Просто чисто проверить. Босс, не босс. Пойдем сбегаем. Как бы на этом серию мы, наверное, сегодня закончим. А вот посмотреть, босс там или не босс, я бы хотел. Бить-то мы его точно не будем. А может и завалим, в чем проблема-то? Прикинь, с первого раза пошел к боссу и завалил. Вот замечательно. А! Вот так-то! Тут нахер заграда, преграда, понял, нет? Опа. А так ты не попадешь. Давай, и раз, хорош. Вот это мы удачно сейчас прошли. Она бежит за мной, да? Пусть бежит, хер с ней. Но у меня сейчас, по крайней мере, нет настроя босса убить. Ну так всегда и бывает. Знаешь, чисто забежал чисто посмотреть, потом взял его и убил. Ну ладно, поехали. Может быть, даже здесь и не босс будет, а какой-нибудь костер. Хотя, мне кажется, это босс. Какой-нибудь такой, знаешь, жестокий. Гигант Йорм. Ну хорошо. Что тут написано? Может быть, это друг? Может быть. Очень похож на друга. На, гигант! И, а что ты? Мужик, с первого раза. Да, ну он в принципе это, гигант, скорее всего, он будет бить меня тупо своим вот этим, кружусь у него под ногами, начнет бить меня ногами, а так он медленный, никчемный, и пошел вообще в жопу, но как его бить, я тоже не понял, я кинул у него две сферы, у него ничего не отбавилось. Будем тогда разбираться, чё ж тебе, хотя, подожди, разбираться, я просто глянул. Это же просто, типа, знаешь, сделай, давай глянем на босса. Почему нет? Душ-то у меня не было особо. Пойдем все-таки сбегаем туда, где ящерицы были. Попытаемся добежать, да, скакать, допрыгать, до чего-нибудь, до чего-нибуковать. Хотя бы вот до сюда или до куда. Может быть, там другая локация начнется, что будет, кстати, тоже неплохо. Гигант, Йор. Ну, гигант, говна кусок, чудное создание. Гаргулья сюда не зайдет, это, наверное, стопроцентная информация, поэтому пойдем сюда. Стой, сука. Стой, сука. Так, мерцающий. Ну, мерцающий-то мне не нужен. Ага. Стой, сука. Да нахер мне ваш мерцающий танит? Куда мне у стока? Мне нужны... А хотя, подожди, а у меня дальше пламя пиромании чем должно прокачиваться? Кто не заметил, нет? Я ее не увидел, кстати. Так, ну хорошо, значит, вы... Токсин каким-то, токсином. Что делает токсин? Токсин. Так, там что у нас? Там пещера. Туда тоже, наверное, надо забежать, но туда надо проваливаться. Тогда давайте сначала до тут добежим, хотя бы. Потом что-нибудь посмотрим дальше. Беги. Да как так-то, слышь, ты бесконечные побегушки твои вот эти вот. Бабы сюда не полезут, наверное. Или полезут? Полезут, уже не полезут. Сдохни. Ну ладно.
Тут что, тоже какой-нибудь босс? Да пошел ты в жопу, слышишь? Ты кто? Охереть, алло! Ты вообще будешь сегодня умирать? Нет, ты что такой здоровый-то? Ебаный бегемот. Ну да, да, да. Это какой-то... Это, наверное, тренер мимика по сжиранию. Это по-любому тренер мимика. Он его учил сжирать. Он учил его этому мастерству сжирания людей. Прям как ни крути. Вот как... Ай, бляха. Да ладно, это... Давайте тогда на этом закончим. В следующей серии мы пойдем сначала туда, возьмем, завалим все это говно. А потом попробуем мы, в принципе, с боссом потыркаться. Может, что-то получится. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.